Всем привет, ребят! Сегодня будем делать мой потолок в гараже. Купили мы сайдинг. Вот. Будем обивать потолок. И надо будет увеличить трубу печки еще вверх. Я вам сейчас покажу, какую я купил. Что. Так, вот, ребят, купили мы вот такие вот беленькие. Будем им их делать сюда наверх, утеплять потолок. Будем делать. Буду снимать. И вот трубу мы купили, еще трубу вверх. Будем, потому что дымит на другой дом в окошке. Будем поднимать. Смотрите далее. Сделай поменьше, если нет. Надо больше делать, если она не хватает. А? Меньше. Так, ребят, вот как у нас получается. Начинаем делать потолок. Она и будем так дальше продолжать. Здесь ровно идет, а потом сюда уходит. Я доску ровно прикрутил. И поэтому она не подходит здесь. Вот сейчас она должна подойти нормально, более-менее есть ровно. Давай шмыгивай. Вот до туда. Ой. Тоже сейчас, да? Сейчас я та-та сделаю. Сделай что-то. Это чтоб ты ускоренный темп все работает. Красота лепота. Так, ребят, ну вот как у нас получается. Продолжаем дальше делать потолок. Вот как у нас получается. Сейчас продолжаем дальше делать. Печку мы тоже сделали, удлинили вверх еще на 2 метра. Сделали растяжки, чтобы соседям дым не попадал, а то ругались. Ну вот. Сейчас, ну, печка работает, довольно жарко. Ну вот. Сейчас мы дальше продолжаем делать уже потолок. Пеним и сразу складываем, вот, выравниваем, делаем. Вот, сейчас мы доделаем, ну, будем делать в процессе, еще сниму, покажу. Чуть пониже надо отпустить просто, и все. Ну, мы ее сбихаем, но пониже надо отпустить. Так, ребят, сейчас я вам покажу, вот как мы сделали печку у нас, как получилось. Вот мы опустили растяжку слева и справа и удлинили, чтобы вот туда вот окна не шел дым. Дальше будем потолок делать. Чтоб при покраске будем убирать мусор, чтобы не летел сверху. Так, ну что, ребят, сделали мы вторую половинку. Еще фонарей нужно сюда, лампочку поставить сбоку, чтобы было более-менее светло. И сейчас, в принципе, нормально. Вот у нас как получается. Довольно хорошо. Сейчас попробуем дальше делать. Если получится, конечно. Потому что мы что-то взяли вроде на 30 квадратов, как надо было. А осталось 6 штук, что ли, или 5 на эту сторону. Думаю, не до конца хватит. Но будем смотреть, если что докупать. И будем до конца даже дальше доделывать. Сейчас как доделаем, сниму, покажу. Почти доделали, у нас не хватило. Вот как у нас получилось. Сейчас как видно будет откуда. Вот так у нас получилось. Довольно красиво и нормально все. Там у нас будем делать такую специальную планку, чтобы вот это все не видно, скрывать и запенивать.
И здесь также. Вот у нас не хватило вот этот кусочек. Завтра докуплю и доделаю. Ребят, ну в принципе на сегодня все. Печку сделали, потолок почти доделали, осталось чуть-чуть. И все. И можно загонять, красить автомобили. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.